Здравствуйте! Сегодня я хотел бы вам рассказать, что можно сделать из одноразовой посуды. Конкретно ложки, чайные, столовые и ножи. То есть все одноразовое. Вот уже детали у меня готовы. Сейчас мы приступим, будем собирать. Так. Сперва мы к основе прикручиваем. Так, теперь колеса. Так, получается вот так. Так, получается вот такая штука. Ну и вот сюда я пока не стал прикручивать, пока просто положу. Ну вот то, что у нас получилось. В итоге я специально поставил темный фон, чтобы было, может быть, лучше видно. Вот так это выглядит. Ну, в общем, примерно так. Если видео было интересным, полезным, не забываем поставить лайк, поделиться этим видео со своими друзьями, подписаться на мой канал, будет еще много интересного. Кстати, там еще будет видеоролик конкретно с более таким подробным показом именно каждой детали, как это, чего это, как оно выглядит вблизи. Поэтому все, всем спасибо, до свидания.